Грандиозное шоу в небе над столицей Приангарья показали русские витязи. Выступление состоялось в честь 90-летия Иркутского авиазавода. Асы мировой славы выполнили знаменитые фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях. Всевозможные петли, перевороты, зеркало, парный колокол – каждый элемент зрители встречали с замиранием сердца. Также гвоздем программы стали показательные полеты пассажирского лайнера МС-21. Напомним, его спроектировали на Иркутском авиазаводе. Борт выполнил трюк ранверсом, который обычно применяется в боевой авиации.